Приветствую вас. В общем, собственная неудовлетворенность в чем-либо, значит, что-то за делом, то есть вот что-то в прошлом человека задевает другого, например, это может быть вот, допустим, мужчина, да, может узнать о том, что у девушки в прошлом были другие мужчины, и он начинает копаться в этом прошлом, выяснять, какие были мужчины, сколько их было, вот, и соответственно, и так далее, вплоть до того, что он там ищет их, следит за ними и так далее. То есть это просто вот элементарная такая неуверенность в себе, страх того, что девочка его бросит. И в целом это сравнительный вектор восприятия себя и другого человека. Вот. Значит, ну и, соответственно, желание решить какие-то свои проблемы, то есть самоутвердиться за счет того человека, в чьем прошлом копаются. Вот. Такой момент, как бы такой момент. И мне кажется, что если мы в общем отвечаем на этот вопрос, то основных причин может быть вот столько. Они глобальные, они общие, они справедливы для всех, а индивидуальные особенности этих причин уже нужно выяснять непосредственно. Ну, непосредственно при рассмотрении каждой отдельной ситуации в индивидуальном порядке. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.